风一声扬鞭，万马嘶吼是你英雄的出场。生死一念，天地无垠，红日蓬勃也比不过你豪情万丈。逐鹿中原，你就为了那一天。夕阳下，我望见你调转马头，一鸣时，我接过你千军万马。我们是兄弟，血脉相连的兄弟，同把热血交换深爱的土地，为家国为梦想升起希望的图腾，这是你的光荣与梦想，也是我的憧憬与渴望。爱与恨的交折，血与肉的拼杀，其实在硝烟中飘扬，这是你的光荣与梦想，也是我的憧憬与渴望。爱与恨的交折，血与肉的拼杀，其实在硝烟中飘扬。Хайланджи, устроилась? Да, все хорошо. Четырнадцатый было. Что вы думаете о Хайланджу? Что имеешь в виду? Хайланджу хочет остаться с тобой. Я не выгоняю ее. Сяо Юар снова подняла шум? Даргон, Хайланджу хочет выйти за тебя замуж. Ты что, шутишь? Нет. Похоже, вы ошиблись. Дело в том, что Хайланджу ваша Сяо-сестра. Она выглядела жалко, ей некуда было идти, я приютил ее. Разве в Чахаре? Она не сказала, что ей нравится Жуньге? Как она могла так быстро передумать? Сестра не такой человек. Что? Жуньге? Не говорите никому за пределами поместья. Это может повлиять на его репутацию. 14-е было. Хайланджи очень красивая девушка. Даргон, Хайланджи очень хорошая девушка. За кого вы меня принимаете? За любителя женщин? Как женщина, которая меня любит, может толкать меня в объятия к другим? Что вы делаете? 14-е было. Все не так. Госпожа делает это ради вас. Ради меня? Если вы делаете все это ради меня, то просто оставьте меня в покое. Даргон, я поступаю так. Не только ради тебя, но и ради Хайланджу. Госпожа тоже сочувствует Хайланджу. Она так много страдала. Госпожа надеется найти ей хорошего мужа. Хайланджу отличается от Сяо Юар. Она разумна и вежлива, сможет позаботиться о тебе. Она только что пообещала мне. Мне нужна возлюбленная, а не служанка, которая будет заботиться обо мне. Даргон, прояви внимание и сочувствие ко мне. Если ты не хочешь загнать Хайланджу в угол, то просто женись на ней. Хорошо. Это счастливое событие. Ты должен радоваться. Я заберу ее во дворец. Через 2 дня вы поженитесь.
Да, Юар! Как ты можешь? Улыбаешься мне в лицо, но вонзаешь нож в спину! Что случилось, госпожа? Замолчи! Не смогла заполучить Даргона, так попросила сестру соблазнить его? Ты отвратительна! Заставила меня поверить в свою ложь. Как я могла быть такой наивной? В чем твоя цель? Сяо Юар, послушай меня. Что я должна слушать? О том, как ты ищешь Даргону еще одну супругу? И я еще должна слушать о своих недостатках и достоинствах Хайланджу? Госпожа, как вы можете так думать? Разве не так? Я сказала правду. Да, Юар, ты завидуешь мне и ненавидишь меня. Что не хочешь видеть меня счастливой? Сяо Юар, неправда. Разве ты не понимаешь, что влезаешь в наш брак с Даргоном? Тебя не касаются наши отношения. Госпожа, с таким характером вы не влюбите в себя 14-го Бэйла. Вы его отпугнете. Заткнись. Как ты смеешь так со мной говорить? Не влезай в наши отношения. Сяо Юар, хватит. Ты всегда беспокоишься о Даргоне. Никак не можешь забыть о нем. Великий хан знает об этом. Боюсь, он не знает. Из-за того, что он не знает, ты не можешь прекратить строить глазки моему мужу. Сяо Юар! Раз не желаешь добра мне, то и я буду поступать так же. Я сейчас пойду и расскажу великому хану о вашей интрижке. Сяо Юар! Госпожа! Не останавливайте меня! Сяо Юар, разве ты не знаешь об основных правилах? Я пойду к великому хану и расскажу об их романе. Ты супруга Бэйле. Ты вправду думаешь, что можешь просто покинуть гарем? Думаешь, что если хочешь увидеть великого хана, можешь так просто пойти к нему? Мне все равно! Я хочу его видеть! Юньга, закрой дверь. Слушаюсь. Склонись. Тетушка! На колени, сейчас же. Несмотря ни на что, я и Даюар, супруги великого хана, мы намного выше тебя по положению. Разве до твоего приезда в Дзин никто не учил тебя, как полагается вести себя при дворце? После того, как ты дерзила Даюар и показала неуважение к старшим, тебя должны лишить титула и строго наказать. В Харчине ты привыкла быть высокомерной. Но приехав сюда, ты должна изменить свой характер. Не думай, что в любое время можешь вести себя, как вздумается. Неужели ты думаешь, что так просто быть супругой Бэйле? Твой муж бесстрашно сражается на передовой. Он пренебрегает собственной жизнью ради чести династии Дзин. А вместо понимания ты устраиваешь шум в поместье 14-го Бэйле. Не проявляешь никакого уважения ни к кому. Разве это не потому, что в сердце Даргона другая? А он не обращает на меня внимания. Так ты злишься из-за Даюар? А как мне себя вести? Если в сердце моего возлюбленного другая, то разве я не должна злиться? Но ты знаешь, разве недостаточно того, что Даюар терпела эти годы? Что еще ты от нее хочешь? Если ты скажешь великому хану, что в сердце Даргона только Даюар, то каковы будут последствия? Ты не думала об этом? Сяо Юар, я не знаю, о чем ты думаешь. Я не знаю ход твоих мыслей. Но, по крайней мере, теперь ты должна знать. Ты супруга Даргона. И вы должны разделять горе и радость. Если сейчас что-то случится с Даргоном, разве с тобой все будет хорошо? Я скажу тебе правду. Если ты разоблачишь его, опираясь на свое воображение, преувеличивая при этом, подумай, как отреагирует великий хан.
Ты хочешь настроить братьев друг против друга? Или хочешь, чтобы великий хан сразу же осудил Даргона? Нет, я не хочу! Разве ты не собиралась идти и рассказать обо всем? Я поняла, что это неправильно, тетя. Тогда сейчас же извинись перед Дайор. Дайор, прости меня. Я прошу у тебя прощения. Сяоюар, встань. Вставай. Сяоюар, ты должна верить. Все, что я делаю ради Даргона и ради великого хана. Если ты любишь кого-то, ты должна терпеть и больше думать о нем. Я поняла. Сяоюар, ты должна запомнить, мы, женщины Харчина, должны держаться вместе и не можем создавать хаос. Если позволишь другим подловить тебя, это будут не просто беспорядки в гареме, но и может повлечь за собой кровную вражду между дворцом и пленным. Ты должна следить за тем, что говоришь. Поняла? Я поняла, тетя. Великий хан. Джей-Джи, ты пришла вовремя. Я как раз хотел позвать тебя. Правда? Корейская королевская семья отдала дань уважения, подарив парчу. Распредели ее между всеми. Великий хан, у нас нет недостатка в материалах для одежды. У нас еще осталась дань, предложенная Тумо Тайдзинь в прошлый раз. Почему бы нам не оставить эту парчу в кладовых? Разве в гареме не появился гость? Ты должна ей что-то подарить. Вы имеете в виду Хайланджу? Вспомни, какой жалкой она выглядела. Была напуганной и исхудавшей. Предоставь ей вкусную еду и напитки. Чахар так сильно издевался над ней. Дзинь должна позаботиться о ней. Да, за эти дни, проведенные со мной, она стала лучше выглядеть. Скажи, как люди в Чахаре могут быть такими бессердечными? Как довели до такого состояния такую девушку? Великий хан, вы так великодушны. Я бережно отношусь к женщинам. Я как раз пришла поговорить о Хайланджу. Сейчас Хайланджу стала намного лучше. Я не думаю, что ей следует все время жить со мной. Я хочу найти ей дом. Это разумно. Я прошу разрешить ей выйти замуж за Даргона. Что? Отдать Хайланджу за Даргона? Это твоя идея или Юар? Неужели он не согласится? Я спрашиваю, чья это идея? Это моя идея. Джей-Джи, неужели ты не видишь, что мне нравится Хайланджу? Я хочу сделать Хайланджу своей супругой. Великий хан, я ошиблась. Я думала, что вам не нравится Хайланджу. Ты правда ошиблась. Я влюбился в Хайланджу с первого взгляда. Это было в Чахаре? Нет. Помнишь, 6 лет назад мы ездили с тобой в Харчин? Помню. Помнишь, я говорил тебе? По дороге в охотничьи угодья мы спасли девушку. Я еще просил тебя узнать о ней. Я вспомнила. Тот маленький серебряный замок. Вы говорили про Хайланджу? Это была она.
Когда Хайланджо восстановится, тогда я сразу на ней женюсь. Я точно женюсь на ней. Юар, о чем ты думаешь? Юар, поговори же со мной. Тетя. Кажется, я совершила ошибку, решившись на этот шаг. Я беспокоилась о Хайланджу и хотела найти ей дом. Этот вопрос... Ты действительно не справилась с этим. Великий хан влюбился в нее. Как ты могла выслать ее из дворца? Если Великий хан узнает, он разозлится на тебя. И я думаю, что Хайланджу заинтересовалась Даргоном. Теперь наша главная задача — изменить ее мнение. Я не должна была сводить сестру и Даргон вместе. Я думала, у нее не было привязанности к великому хану. Что с ней будет, если она выйдет за великого хана? Скорее всего, она пойдет по моим стопам. Я всего лишь сильно переживаю за нее. Возможно, это судьба. 6 лет назад великий хан велел мне найти Хайланджу. Если бы я нашла ее, вы бы с Даргоном не были бы втянуты. Место супруги великого хана должна была занять Хайланджу. Судьба действительно смеется над людьми. Никто не посмеет помешать великому хану жениться на ней. Юар, я думаю, тебе следует убедить Хайланджу. Великий хан влюбился в Хайланджу. И это большая честь для нашей семьи Баджигин. В любом случае, если Хайланджу выйдет замуж за великого хана, это принесет нам преимущество. Харчин, наша позиция будет более устойчивой. Это касается не только Хайланджу. Как и в твоем случае. Несмотря на то, что ты не хотела замуж, тебе пришлось это сделать. Хайланджу придется выйти за великого хана. К тому же, если великий хан узнает, что Хайланджу нравится Даргон, подумай, в какой опасности он окажется. Я поняла, тетя. Я все сделаю правильно. Как бы сложно ни было. Это правда будет непросто для тебя. Несколько дней назад ты просила меня выйти за Даргона, а теперь за великого хана? Юар, может, мое положение не столь высоко, но я человек, а не игрушка. Сестра, неужели опять повторится печальная свадьба девушки из семьи Барджигин? Неужели я должна повторить твою ошибку? Сестра, я тоже надеялась, что вы сможете быть с Даргоном. Но великий хан влюбился в тебя. Я злюсь, но я бессильна. Юар, я не выйду за него. Могу? Почему? Почему? Сестра, сестра, успокойся, хорошо? Знаешь ли ты, как я была счастлива в эти дни? Даргон хороший мужчина. Но я не ожидала. Все это было просто сном. Сестра, поверь мне. Великий хан будет хорошо к тебе относиться. Хорошо относиться? Как знакомо звучат эти слова. 6 лет назад, когда я вышла за Едже, твоя матушка говорила то же самое. Она говорила, что я стану женой наследника, и мое положение станет выше. Едже будет хорошо ко мне относиться. Ну, посмотри на меня, как я выгляжу. Надо мной издевались. Сестра, великий хан не похож на Едже. Не бойся. Ты правда очень нравишься ему.
Он будет любить тебя. Но разве великий хан не любит тебя? А ты? Ты любишь его? Хорошо, сестра. Я попрошу великого хана дать тебе побольше времени. Не надо притворяться. Сестра! Ради Харчина. Умоляю тебя. Юар, я женюсь на Хайланджу. Ты не будешь сердиться? Разве я посмею? Ты правда? Совсем не злишься на меня из-за этого? Вы хотите, чтобы я злилась? Я правда не могу понять, почему ты всегда терпелива и никогда не ревнуешь. Я сделаю все, чтобы великий хан был счастлив. Разве тетя не так же поступает? Мы с твоей тетей всегда вежливы друг с другом. Благодарности между нами больше, чем любовной привязанности. Я завидую таким чувствам. Вы так уважительны друг с другом, будто во всей вашей жизни есть только один человек. Это звучит так, будто ты немного ревнуешь. Великий хан, я могу задать вопрос? Спрашивай. В мире тысячи прекрасных женщин. Бесчисленное множество женщин, намного моложе и умнее. Почему среди них вы выбрали Хайланджу? Я не спорю, мне просто интересно. Не смотрите так на меня. Великий хан обладает широким умом и глубокими соображениями. Хоть я и умна, но не могу понять вас. Из-за ее жалкого вида и пролитых слез. Я поняла. Юар, если я правильно помню, кроме того раза, когда умер твой дедушка, ты ни разу не плакала при мне. Ты заставляешь мое сердце болеть и беспокоиться. То, что я вижу, является лучшей стороной тебя. Но, Юар, неужели тебе никогда не было больно? Когда вы рядом, какие у меня неприятности? К тому же, по сравнению с бедами и страданиями великого хана, мои страдания не имеют большого значения. Великий хан, дайте Хайланджу немного больше времени. Что не так? Она не хочет? Нет, не поэтому. А в чем причина? Она так страдала от предыдущего брака. Брак и мужчины пугают ее. Я знаю это. Нужно время, чтобы ее сердце открылось. Я не тороплюсь, дам ей время. Я хочу не только ее тело, но и ее сердце. Я надеюсь, терпение великого хана сможет тронуть сердце Хайланджу. Хайланджу больше всего нуждается в любви и заботе. Вам не следует принуждать ее приказами. Она будет напугана и будет сопротивляться эмоциям. Только мужская нежность сможет покорить ее. Когда ты стала разбираться в чувствах? Я просто надеюсь, что великий хан сможет достичь желаемого. Госпожа, это подарок великого хана. Евнух. Госпожа, не надо, не надо. Пожалуйста, госпожа, примите заколку. Госпожа, великий хан сказал, что надеется на то, что вам понравится. Спасибо. Тогда я пойду.
могу принять ее. Я должна уйти отсюда. Как можно дальше. Тетя, вы видели Хайланджу? Нет. Что случилось? Хайланджу пропала. Что? Ищите ее. Быстрее найдите. Да, да. Юар, когда она пропала? 2 часа назад. Почему не сказали раньше? Боялась, что вы будете волноваться. Хотела найти, а потом уже рассказать. А так еще больше беспокоюсь. Она не местная в Шэньцзине. Куда она могла пойти? Уходи! Почему ты все еще медлишь и не уходишь? Тебе не рады здесь, уходи! Сяо Юар, что ты делаешь? Ты... Хайланджу, возвращайся во дворец. Вот. Или я провожу тебя, хорошо? Почему? Почему я не могу остаться здесь? Почему я не могу остаться в твоем поместье? Даргун, мне совсем некуда идти. Разве ты не пообещал жениться на мне? Разве ты не согласился? Я думала, что это место станет моим домом. Хайланджу, может, перестанешь прикидываться дурочкой? Ты знаешь, что будет угрожать Даргону? Когда Даргон пообещал жениться на тебе? Хватит мечтать! Сяо Юар, достаточно! Я делаю это ради твоего блага. Почему ты не понимаешь моих добрых намерений? Иди сюда. Перестань себя так вести. Нет! Если ты посмеешь привести ее в поместье, то сомневаюсь, что к вечеру ты все еще останешься 14-м Бэйле. Ты ведь знаешь, великий хан женится на ней. Она женщина великого хана. Ты играешь с огнем. И что ты от меня хочешь? Я не могу взять и повернуться к ней спиной. Я не могу быть жестоким с ней. Ты не можешь, а я могу. Я буду жестоким человеком. Если она тебе не нравится, то какое тебе до нее дело? Она? Раз у тебя есть мужество, так попроси великого хана жениться на ней. Хайланджу, прошу тебя. Ты хочешь разрушить нашу семью? Будешь счастлива? Нет. Нет. Умоляю тебя. Я встану на колени, хочешь? Не надо, Сяо Юар. Прошу тебя, уходи. Сяо Юар. Ты перестань выставлять себя на посмешище. Я выставляю себя на посмешище. Это тебя привлекла другая. Она около дверей нашего дома и не уходит. Кто опозорен? Скажи ей сейчас. Скажи, что она тебе не нравится. Ты не любишь ее. Пусть откажется от идеи выйти за тебя. Быстрее скажи, или она останется здесь. Говори же. Хайланджу. Прости. Это я должна извиняться. Хайланджу! Что ты делаешь? Так сложно было выгнать ее. Она взрослая. С ней ничего не случится. Отпустите! Отпустите меня! Нет. Я не отпущу. Знаешь, чтобы найти тебя, я чуть не перевернул вверх дном столицу. Великий хан, простите. Хайланджу, куда ты идешь? Я не знаю. Правда, не знаю. Тогда зачем пришла сюда? Я пришла к Даргону. Я хочу выйти за него замуж. Что? Это Хайланджу. Все расскажет. Что ты сказала? Я хочу, чтобы Даргун женился на мне. Великий хан,
Я не боюсь, что вы будете смеяться. Или смотреть свысока. Или того, что накажете. Даргон хороший человек. Я хочу выйти за него. Даргон. Говори. Каково отношение Даргона к тебе? Иди за мной. Великий хан. Я спрошу его. Спрошу его, что он об этом думает. Великий хан. Даргон. Великий хан, пожалуйста, не надо. Даргон не виноват. Он не хочет жениться на мне, он не любит меня. Даргон, что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Что не так с Хайланджу? Скажи, Хайланджу недостойна тебя? Она хочет выйти за тебя. Почему не соглашаешься? Даргон, ты еще мужчина? Милая и очаровательная девушка. А ты относишься к ней так безжалостно. Она любит тебя и пришла к тебе. Почему ты прогнал ее? Скажи, ты все еще мужчина или нет? Великий хан, не вините Даргона. Если и винить кого-то, то только судьбу. Даргон не любит Хайланджу. Вы не можете заставить его жениться на женщине, которую он не любит. Он не должен был выгонять ее. Выгонять ее именно тогда, когда ей даже некуда было пойти. Это все потому, что он уважает вас. Он знает, что вам нравится Хайланджу. Если бы он осмелился оставить ее, разве он мог посчитаться вашим братом и вашим министром? Великий хан, это моя ошибка. Я во всем виновата. Не вините Даргона. Я приму любое наказание. Как бы вы ни хотели наказать меня, я ни о чем не жалею. Прошу, помилуйте их. Великий хан, Даргон заботится о вас. Не сердитесь. Вставайте, вставайте. Все вставайте. Из-за моей любви. Из-за моей привязанности. Неужели все обеспокоены? Неужели так много людей страдают? Ты хочешь жениться на Хайланджу? Великий хан. Простите, я... не хочу. Хорошо. Ты сказал мне это лично. Теперь я понял. Теперь у меня спокойно на душе. Даргон. Мне нравится Хайланджу. Теперь я могу открыто ухаживать за ней. Я не забираю женщину у брата. Нет. Сестра, я сделала для тебя много новых комплектов одежды. Уходите! Госпожа хочет подарить вам одежду! Как вы... Мне это не нужно. Сестра, супруга Юй, это место убогое. Вам лучше вернуться. Ты... С ума хватит. Я действительно все испортила. Прости, сестра. Пойдем.
Оставайтесь там. Без приказа не подходите. Есть. Слушаемся. Нравятся эти цветы? Великий хан. Подожди, что? Считаешь, что я тигр? Нет, нет. Я... Не нервничай. Когда ты переживаешь, я тоже нервничаю. Когда вижу тебя, я немного теряюсь. Простите. Не надо постоянно извиняться. В этом мире ты не должна перед каждым извиняться, понимаешь? Я знаю, тебе нравятся эти цветы, поэтому я велел посадить во всем саду. Тебе нравится? Эти цветы красивые, но и очень хрупкие. Как и ты. Разве я похожа на цветок? Я просто кучка сорняков в углу. Великий хан, вы слишком уважаете меня. Хайланджу, я не хочу, чтобы ты принижала себя. Я никому не позволю смотреть на тебя свысока и обижать. В моих глазах ты цветок. Пока есть солнечный свет, ты будешь становиться прекраснее. Великий хан, вы слишком высокого мнения обо мне. Дело не в этом, а в том, что я хочу. Быть тем, кто дает тебе свет в твоей жизни. Додо, неужели у тебя сегодня есть свободное время, чтобы побыть со мной? Разве не жалуешься, что я тебя не люблю? Теперь, когда есть время погулять с тобой, ты снова ворчишь. Ты не боишься, что твоя женушка найдет нас? Шэньзин большой, как она узнает, где я? Что такое? Что ты думаешь о нас? Если предложу, выйдешь за меня? Ты выдержишь, если я стану второй женой. Так или иначе, я госпожа династии Цзинь. Даже если я хочу выйти за тебя, отец не позволит. Именно так. У тебя высокая планка, и ты не хочешь ее снизить. Что я могу сделать? Ты... Хорошо, хорошо. Лучше меня пожалей. Дома надо мной постоянно издевается жена. Можешь помочь мне выбраться из бездны страданий? Ты мужчина. Что ты еще хочешь от меня? В любом случае, я командир знамени, обладаю могучей силой вне дома. Но вот дома... Если она тебе не нравится, разведись с ней. Развестись? Брак устроил твой отец, как я разведусь? Если правда разведусь, он поднимет столько шума. Мне все равно. Я не стану второй женой. Я точно не стану. Я просто не могу смириться с тем, что должна кланяться этому уродливому чудовищу. Ее положение выше, она будет командовать. Тогда что ты предлагаешь? Пусть-то она сама уйдет. А как это возможно? Придумай, дурачок. Что? Куда смотришь? Что ты делаешь? Что такого увидел? Маньюй, жди здесь. Господин, господин. Господин, у нас здесь самые красивые девушки во всем городе.
Ищу девушку, которую... Какую? Какую? Это девушка в вуале. Только что зашла. Это сокровище нашего дома, барышня Сиюэ. Сиюэ? Гости ждут встречи с Сиюэ по 3 месяца. Я Додо Бэйлэ династии Дзинь. Приведите ее ко мне. Бэйлэ? У нас тут гость, именующий себя императором с частным визитом. Верно. Тогда я императрица. Верно, верно. Каждый гость будет хвастаться. Кто поверит? Верно. Вы? Похож на бедняка. Ты? Кто поверит? Додо! Ты никогда не имел хороших манер! Отпусти его! Это мой муж! Не твое дело, уходи! Иди за мной! Отпусти его, слышала? Это ты, хитрая лисица, привела Додо в такое место! Позволяешь Додо развлекаться внутри, а сама охраняешь здесь от других? Что ты несешь? Ты соблазнительница. Неудивительно, что он не хочет меня видеть. Тана, хватит нести бред! Я несу чушь? Я собственными глазами видела, как ты выходил оттуда. Подумай, чего ты хочешь. Маньюй, идем. Додо! Додо! Я не буду жить, Додо! Ты правда видел Люйджу? Я не уверен. Но я помню, ты говорил, что сестрица Люйджу была в вуале. Как она оказалась в Ихуньюань? Нет, я должен найти ее. Додо! Я говорю тебе, что не буду с тобой нет, жить. Нет, нет, нет. Тана, что произошло? Додо, этот мерзавец! Я не могу больше с ним жить! Я возвращаюсь в Харчин! Что опять произошло? Брат, Додо не проводит со мной ночи, но ходит в бордель. Что это значит? Я госпожа из Монголии, и я должна соперничать с продажной Подожди, женщиной? Тана, ты ошиблась. Верно! Мне нравятся продажные девушки. Я не хочу спать с тобой. Я бессовестный. Я подлец. Я низок. Ты же ясно это видишь. Что? Не выдерживаешь? Уходи. Ты... Я? Что я? Мне не просто нравится заигрывать с другими женщинами, а я люблю посещать места с дурной славой. Ты хорошо меня рассмотрела? Ты, госпожа из Монголии. Брак с таким подлецом, как я, понижает твой статус. Ты... Ты бесстыдник. Иди к черту. Брат, ты видел? Она ушла! Она правда ушла! Я свободен! Нет. Если я уйду, то те две хитрые лисицы получат преимущество. Если меня не будет, они получат власть над ситуацией. Нет. Я не дам им такого шанса. Я не могу уйти. Я точно не могу уйти. Я буду следить за Додо. Буду за ним следить. Додо! Ты нарочно меня разозлил, да? Нет, почему она вернулась? Ты хочешь заставить меня уйти? Но я еще Брат. Не закончила с тобой. Идем со мной. Нет. Идем со Разве мной. Разве ты не ушла? Иди сюда. Додо! Иди сюда, не убегай. Чу, 花轿声重，牧马凭来去，凭来去。